Видео. Здесь у нас убийца окуня стоит. О, перехлёстик. Мопедочка рулит сегодня. Сколько грамм? 2,4, по-моему. Или 24. Нет, 2,4. Тяжеловатая. Почему-то окунь пассивный, да? А берет на крупную только блесну и на тяжелую. Ну, потому что, наверное, она это блестит получше поверхности, побольше. Фиг его знает. Не, ну блестит получше. Какая ему разница? Он же там стоит под лункой тебе. Он же недалеко. Здесь сколько глубина? 1,5 метра, по-моему, вообще. Где мужик-то? Что-то пропал куда-то. Мужик куда-то пропал, слышь, который. Он же завалился? А, вон он далеко идет. Ты паузу делай. Я делал паузу, сейчас поклевочка была. Ты это по этажам гоняй. Пониже, повыше там. В одном горизонте он ему не нравится. Он уходит потом. Убийца окуня? Да. Убийца. Матвей Антон. А, Матвей Антон? Да. Ну да. Не, ну это марапетка здоровая, конечно. Нормально. Там мужик стоял на балансире, ловил. Когда я вот шел сюда, я ему сказал, блесну ставь. Там уже, говорит, балансир сегодня вообще не качает. Я говорю, сколько вот я там на балансир дергал, вообще ни одной поклевки не было. Какой, вот этот который? Нет, другой. А, там, другой? У него одна сработка, да, была? У него вообще дурилок нет, у того. А у этого 16 было сработка. Не, вот сейчас мужик какой-то проходил вот оттуда. Говорит, одна сработка у меня была сегодня. Вот. Трофей. Как сегодня вот этот у меня попался окунь, там два малька сорта вылетело, еще и блесну сожрал. Сегодня окунь пассивный, потому что погода такая. Ты когда лифтишь, разный темп делай. То большие такие подрывы, то короткие, понял? Он играется с этим. Иногда на длинные раскачиваешь его, а на коротких его ловишь. Он берет на коротких. А если постоянно короткие делать, ему не нравится. Привередливый какой, а? Да. Надо в другую лунку идти. Пошли. То уже с этой лунки штук 50. Штук 50.